спонсор данного выпуска – наш собственный авторский гайд. Это некий путеводитель с лайфхаками и советами. Мы собрали наш опыт 19 и 20 года и упаковали в книжечку почти 100 страниц, порядка 150 локаций. В данном гайде вы найдете для себя много полезного: ночлеги, что брать с собой, контакты, проходы и проезды, где что покупать, где купаться и где ставить палатку. В общем, очень много всего. Приобрести наш гайд очень просто. Нужно написать либо мне в Instagram, либо Настеньке. Стоимость всего лишь 490 рублей. После оплаты на вашу электронную почту вам придет PDF-файл. Это и есть гайд. Изучайте и путешествуйте с удовольствием. А в этом выпуске я приглашаю вас полетать над Мальдивами. Ну, как вы поняли, над крымскими Мальдивами. Сказал слова такие, что в тебе глубоко засели. Тревожит мысли, чувства, каждый день мне дают покой. Ты виноват, шепчет совесть, не виноват, шепчет сердце. Я ли это ждал себя, кто был с тобой, хотя все просто ли. Я ли это так любил тебя, кто был с тобой, хотя всем пофигу. Слова, как яд, пронзили сердце. Я отыграл, пишу прощай и нету пусть. Я ли это, кто тебе сделал больно? Я ли это, кто тебе сделал больно? Закончится, где хэппи-энд, тепло и что-нибудь помимо нас. Иногда так хочется, где нет ни зла, ни резких слов, ни раздаваний, ни обещаний. Ничего, что колется, для чего стонется, ничего, что колется. Я ли это ждал себя, кто был с тобой, хотя все просто ли. Я ли это так любил тебя, кто был с тобой, хотя всем пофиг. Как яд пронзили сердце. Терплю провал, я отыграл, пишу прощай и нету пусти. Ничего, что колется, для чего стонется, ничего, что колется. О-о-о-о-о.